Молодежь Талдыкургана устроила соревнования по сбору мусора. В рамках акции «Таза Казахстан» провели конкурс «Экофест». В нем приняли участие студенты, колледжи, педагоги, жители села Оттинай и госслужащие. Всего больше сотни человек по объему собранного мусора и максимально набранному количеству очков. В интеллектуальном состязании победителем признана команда индустриального колледжа. Не остались без призов и обладатели второго и третьего места, а также самые активные участники. Мы всей командой собрали 66 мешков мусора. Такие акции объединяют и делают наш город чище. Я считаю, что каждый житель должен внести свою лепту в это хорошее дело. В рамках акции «Таза Казахстан» у нас около 15 субботников провели по городу. У нас посажено около 7500 деревьев. До конца года мы планируем достичь до 10000 деревьев. В рамках этого акции у нас нарисован мурал. Это 6-й микрорайон.